Здесь на входе вот такая скамейка интересная вокруг дерева. И что интересно, на дереве нарисован ежик. Наверное, из мультика «Ежик в тумане», который нашел лошадь. Здесь вот такие большие буквы «Лес», то есть выше роста человека, где-то больше 2 метров высотой. Вот, если встать рядом с буквой, то буква будет выше. Вот из такого дерева, не из дерева, из металла сделано, и что-то такое зеленый такой материальчик вот. Здесь скамеечка. Скамеечка тоже интересная. Тут, кстати, написано что-то. Телефоны какие-то написаны. Что тут написано? Студия ландшафтного дизайна и телефоны. Видите, ребят? Здесь еще скамейка вот такая круговая. Ну, видимо, для того, чтобы собираться в кружочек и обсуждать какие-то проблемы. Напротив кафе-бар. Сауна 24 часа написано. Вот так вот. Интересно. Здесь вот такой плакат. Написано: сохраним природу, тропа здоровья, достопримечательность города Нефтекамска, место прогулок и оздоровительных мероприятий. И вот такие старые-старые фотографии, когда еще не было асфальта. Люди ходили по тропке. Ну, а сейчас асфальтовые дорожки вот такие. Вот разница какая. Тут есть даже вот можно считать.